приветствую всех в нашей студии в ОДЦ «Октябрь». Студия называется «Арткрафт». Название такое, потому что мы декоративно-прикладное искусство несем в массы, так сказать. Вот. Ходят нам детки от 4 лет. Также у нас есть отделение керамики, на которое мы приглашаем в этом году и взрослых. Можно даже устраивать семейные такие вот занятия, что тоже сближает семьи и, ну, наверное, будет интересно. То есть такие варианты мы тоже рассматриваем. Занятия у нас проходят стандартно 45 минут. Маленькие детки у нас занимаются постарше час. Ну, а для взрослых мы приготовили занятия, которые длительностью 2 часа, потому что лепка, керамика занимает больше времени и больше есть возможности закончить работу, сделать ее максимально детализированной, красивой и интересной. Что-нибудь показать. Ну, самыми маленькими мы делаем простые работы, то есть мы учим их заполнять, например, цветом формат, делать декоративные интересные элементы. Вот. Такие вот семейные работы, портреты мы делаем. Тоже очень интересные вещи. Много разных декоративных техник. Вот это, например, процарапывание. То есть мы сначала наносим цветными мелками слой, потом краской закрашиваем, и ребенок процарапывает, то есть он запоминает, он учится объемно мыслить, да, то есть держать картинку того, что будет в результате в голове. Ну, это очень такой творческий процесс и очень развивающий. Можно потом будет посмотреть еще наши работы. Немножко о керамике расскажу. Вот мы делаем, например, такие у нас есть образцы. Это тарелочка, это из мультфильма, если кто знает, Тоттера. Это достаточно простая техника. То есть мы работаем со скалкой и, в принципе, с маленькими детьми мы занимаемся, тоже начинаем с таких вот плоскостных работ, то есть с простых. Потом переходим на более сложные, с элементами объемными. То есть вот здесь вот есть, можно потрогать, да, и почувствовать, не знаю, видно ли это, передает ли эта камера, а здесь объемные элементы, домики выпуклые и птичка, вот, и такая форма гранатика, такая сложная композиция. Также вот, например, такой симпатичный ангел. Тоже здесь есть объемные элементы, рукавчик, глазки, личико объемные. Ребенок, если это делает ребенок, да даже для взрослого, на самом деле, такая работа, она очень интересная. Получая результат, получая в руки уже готовое изделие, это, конечно, несравнимое ощущение, это очень, ну, приятно, и для взрослых тоже. Вот. Более сложные уже такие вот интерьерные работы, это и тарелочка, и ежик с ножками. Это готовая такая работа. Мы лепим из глины натуральной, которая выкапывается из земли, да, очищается. Расписываем ангобами. Они похожи на гуашь, то есть справляются и детки, и взрослым, которые без опыта, это будет несложно. Вот. И отдаем на обжиг. То есть у нас будет изделие, которое уже вот звучит. То есть им можно пользоваться. Например, на тарелочку можно выложить фрукты, да, почему бы и нет. Вот. Ну и мы приглашаем взрослых и хотим уже вот в этом году делать более сложные вещи. Может быть, это будут интерьерные какие-то скульптурки, да, какие-то, вот, например, гранатик, да, он же может быть вазой для цветов. Вот. Или какие-то более сложные многоуровневые вещи, например, вот эта шкатулка. Да, тут вот на форме пенечка с грибочками, эта крышечка открывается, то есть нужно и продумывать будет. Но из-за того, что у нас поэтапность от простого к сложному, даже маленький ребенок вполне справится вот с такой работой. То есть у меня вот такие шкатулки делали детки 7-8 лет, то есть они справляются, это не сложно, это вполне реально. Ну а для взрослых, конечно же, намного проще будет. Вот. Так что мы объявляем набор. Приходите к нам. 4 плюс младшая группа, 8 плюс группа постарше рисования и керамика и для маленьких, и для взрослых, и для семей. Мы ждем вас ОДЦ «Октябрь».
студия ArtCraft.